Всем привет! Решил я улучшить пылеудаление на своей пиле и вырезал из орстекла вот такой щиток, который будет устанавливаться вот сюда. У фестула есть штатное решение, у них есть кожух-упор. Он сделан из металла, здесь текстолитовая полоска такая приклеена. И он на двух шпильках. Вот здесь шпилька у него и здесь шпилька, которые устанавливаются в пилу, и за счет этого можно отодвигать на расстояние, какое нужно, и, уперев к стене, пропилить паз какой-то, зазор. Торцы досок можно отпилить половых, там вагонку на потолке. Мне, по сути, нужен только кожух для пыли удаления. Тем более у фестула эта пластина стоит 4000 херам. Работает, ну, со всеми приблудами на 2 часа, наверное. Обалдеть. В общем, вопрос, как ее прикрепить, раз нет шпилек. И я хотел, чтобы ее можно было быстро снять, быстро поставить. Диск, например, менять, чтобы доступ был. И не всегда она требуется, эта пластина для пылеудаления. В общем, буду крепить ее на магниты. Вот такие магниты. Сейчас просверлю 4 отверстия. Ну, пока 4, не знаю, как будет. И вклею туда магниты. И будет эта штука на магнитах. Но проблема, что корпус не магнитится. Вот такая штука получилась. В несколько корректировки маленькие магниты не держат. Рассверлил отверстие, поставил большие. На саму пилу приклеил шайбы. Пока вот на такой скотч. Посмотрим, как это все будет работать. Ну, на обычный скотч вырезал, примагнитил к самой этой кожуху, потом приложил и приклеил. Сейчас держит хорошо. Сейчас не съезжает. В общем-то, получилась универсальная вещь в плане того, что такой кожух можно приспособить на любую погружную пилу любого производителя. Ну, со своими нюансами, конечно, там по форме. Но пылеудаление будет гораздо лучше. Ну и всем удачи. Все, всем пока.